Лабораторная служба города Азова была организована в 1952 году. За эти годы произошло немало изменений. Были внедрены новые методы лабораторных исследований, позволяющие в короткие сроки оценить жизненно важные показатели. Лабораторная диагностика является достаточно затратной сферой медицинских услуг в плане оборудования, расходных материалов и дополнительного оснащения. Понимая значимость этой службы, главный врач города Азова уделяет особое внимание ее развитию. Настоящая современная лаборатория имеет высокотехнологичное оборудование, которое стало поступать к нам с начала национального проекта здоровья с 2007 года. Наши объемы выросли, и в настоящее время наша лаборатория выполняет более 2 миллионов исследований в год по биохимическим, гематологическим, общеклиническим видам исследования, иммунология. Для работы на лабораторном оборудовании необходимы профессионально подготовленные специалисты, и они есть. В настоящее время здесь трудятся 47 сотрудников. Это врачи, биологи, лаборанты, фельдшеры и санитарки. Небольшой, но очень дружный коллектив, которым более 13 лет, руководит врач-лаборант высшей категории Елена Крамарченко. Человек ответственный, инициативный, готовый в любой момент прийти на помощь. Многолетний опыт и знания не мешают Елене Александровне продолжать учиться и повышать свой профессиональный уровень. А в медицину она попала не случайно. Это семейная. Из нашей семьи нас 7 человек. И мы все посвятили себя медицине. 6 из них работают в сфере здравоохранения города Азова. Ну, как-то мы не задумывались об этом. Нам нравится эта сфера деятельности. Мы ей посвятили свою жизнь. На протяжении 23 лет работы в лаборатории Елена Александровна усвоила одно. Каждый должен заниматься своим любимым делом. Поэтому она советует молодым специалистам не просто любить свою профессию, а постоянно изучать ее и самосовершенствоваться. Хочу сказать, что вы выбрали очень интересную профессию. Будет сложно, но вы будете счастливы от тех результатов, которых вы будете достигать и получать. Особенно улыбки благодарных пациентов, которые выздоравливают. Самое важное качество, которое, на мой взгляд, должно быть, это знание, практика и обязательно скрупулезность в нашей профессии. Всех азовчан Елена Александровна призывает беречь себя, а сотрудники Центральной городской больницы в случае чего окажут помощь, ведь они всегда находятся на страже охраны здоровья горожан. К нашим уважаемым пациентам я хочу обратиться с пожеланием беречь свое самое дорогое – это здоровье. Я очень тяжело перенесла коронавирусную инфекцию с осложнениями и сожалею о том, что в то время вакцина была еще в разработке. Сегодня, сейчас у всех жителей нашего города есть возможность сделать вакцинацию. Пожалуйста, я всех вас призываю, вакцинируйте себя и своих близких. Екатерина Четверякова, Валентина Сираж, Юрий Бабенко, Азов.Инфо.